Снажки, солнце и северный вечер зачались поротом, кто из них сильнее. Вечер сказал: «Я могу сдюсь, все легко, каким сильнее в мире, это я». То солнце сказал: «Ты действительно мощный, но ты действительно сильнейший». Долго спорили они, и наконец решились померяться силами. Давай сравним нашу силу. Хорошо. Во-первых, северный ветер, твоя челюсть. Ветер начал дуть на путешественника. Он пытается взорвать его одежду. Но его одежда не оторваться. А, какой холодный день сегодня. Ветер дует гораздо сильнее. Свист, свист. Свист. Однако, пока не дует одежда путешественника, он носил пальто. А, холодно, холодно. Вечер наконец сдался. Похоже, ничего не работает. Теперь моя очередь. Посмотри, сказал солнце, и он начал сиять. Место, где было очень холодно, повернул теплее. А, жарко, очень жарко. Какой же? Я не могу принести больше, сказал путешественник. Он отложил одежду и нырнул в реку. Ветер увидел это, сказал солнце. Я не прав. Я не должен пытаться лечить всех.